Диджей телеканала РУ-ТВ Иван Чуйков крутил роман с тремя девушками одновременно. Как ни прискорбно признавать этот факт, но известный холостяк и разбиватель сердец оказался не самым честным парнем, за что ему и пришлось поплатиться. Драма разразилась на съемках дебютного клипа группы «Селфи». По сюжету типичный молодой мачо развлекается с девушками и не планирует никаких серьезных отношений. Однако девчонки так не думают. Они вынашивают план мести, который заставит Ваню пересмотреть свой подход к жизни. В образе шпионок, да, быть в образе наряде, шпионок. Да. Мы должны быть все такие в черном. Мы будем взламывать квартиру. Нет, мы ее сначала взломаем, а потом... В клипе также появится популярная участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Габозова. Кажется, девушка поддалась чарам Чуйкова прямо на съемочной площадке. Понравилось. Если бегут мурашки, это что-то значит. Я прям чувствую искренность в ее словах сейчас. Да я играю самого себя, понимаете, в чем дело? Конечно, конечно. Пора искать одну единственную королеву. Несмотря на жестокое обращение с предметами, людьми и животными, ничье самолюбие и ни одна собака при съемках не пострадали. Кстати, мы советуем досмотреть клип в прошлом до конца, потому что в финале мимимишность этого видео просто зашкаливает.